4-летний мальчик погиб из-за разрыва снаряда. Трагедия произошла в селе Яковенково, это недалеко от Балаклеи. Как сообщили в областной полиции, виновник – отец ребенка. Накануне вечером он попробовал разобрать снаряд. Во дворе был старший 12-летний сын. Младший залез в салон машины, которая стояла здесь же. Неожиданно запал загорелся, и снаряд полетел в сарай. Начался пожар. Огонь перебросился на автомобиль, в котором находился ребенок. Спасти его не успели. Второй мальчик не пострадал. Это снаряд, который был разбросан, скажем так, после чрезвычайной ситуации. Он нашел где-то этот снаряд, хранил у себя. И вчера он пытался его разобрать, по-видимому, для извлечения непосредственно топлива, которое находилось в этом элементе. На данный момент отец, этот наш, скажем так, подозреваемый, находится в шоковом состоянии, в лечебном учреждении.